Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело. Борис Михайлович Шапошников, выдающийся военный теоретик, бывший царский офицер. Быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству.